Добрый день. Нас зовут Руслан и Ольга Шакирова. А это наша дочь Валерия. Я приглашаю в бизнес молодых и целеустремленных мам. Дело в том, что мы, проживая в городе Казань, развиваем этот бизнес уже 1.5 года. Но предложение нам делали тогда, когда я была беременная и ждала этого очаровательную дочку. И, знаете, я благодарна вообще тому, что нам предложили бизнес с компанией LAR. Потому что у нас потрясающие результаты, и вы видите за спиной эти два автомобиля. Мне нравится развивать этот бизнес, сидя из дома. И это именно международный бизнес. 27 стран, в России всего 2 года этому бизнесу. Но любая девушка, находясь в декретном отпуске, может принять участие в этом бизнесе. И это совсем небольшие вложения, это то время, которое вы можете посвятить этому бизнесу, вы выбираете то количество часов сами, но при этом вы понимаете, что да, у вас есть какой-то определенный круг обязанностей дома, семья, ребенок, воспитание ребенка, материалы по ребенку, которые вы ищете в интернете, но у вас может быть совсем другая жизнь параллельно, тогда, когда вы строите международный бизнес с большими результатами. Наш чек за 1.5 года составил примерно 350-400 тысяч рублей в месяц. И 2 авто. Поэтому любая из вас может тоже это сделать.